Витюкинен Сайдам Сахаджанов, эхеги Буджакуска Бирини Кариот. Павел Андреевич Юшманов, революционер Корапыт Бдехик Бахалыга. Бу Корапыт Сайдыдыгар Сюнкен Аулхан Клааты Киллербиткихи болар. Кинетуғынан бүгінгі бейдевдер білек бет, онна жетігір хылчық бет, ентрихене болуға бейінен бергі болу. Павел Андреевич Юшманов бұл жүгізгі қоракқа түрәвіт өскәвіт кейі. Кене түхінші ағыз 164 сыллаққа түрәвіті. Білдер еті архив документтарынан бұлан тұрабын. Сорақ кенші әкшілер кене түрәвіт сылын білбәттір еті. Мейте меже ұйыталағашылар. Оны еттен бұл маңнық батча хылғы түрәвіті дені. Билен турар бем бул бул сону мун кепсе ачивин атаста ачивин кистевекке атан ити кени төрөп бите агата Андрей Павлович Юшманов ди кихи манна месеннер араңаларга кирер билдер көстөр кихете тыгынча агусус агун үсуллака но уже ким Павел 19 астах. Онын ұғылынан бұл жон кәқтаға ден көспеттері білген кәқта бұр әте сирегер бұтығыр бар. Манна күстара Степанида қалбыта. Коракка Степанида Юшманова ден. Павел Андреевич дойды тұғар тұғынша ағысыз 16 ғылаға кәлбіте. Дейте кемтен ламанна кене атынан ергенінен жарыгырар. Онна икіз гейдела аты ғыт болар. Кене сүнгінен тұғы сирин жонын кытары ергенерете, ордық те барғон ұлығын аты ғыт жонын кытары бессен көссен, онна үләлейт нәйлек кене әстерейін, чачыналарын, кулбаларын кытары ықса себәсті ағады. Онтон күйіғыран бағытын кәніне бұл жүкізгі қорат дұматығар қастадағаны ғыласынайынан, ола ата депутатынан талылан үләлер. Кеніне жон сәрге таба көрін бұл түгінші 905 сыллаққа Курат кулбатынан талалар. Городской голова дияна аттанар. Ити сылтаныла кене олыс тақсылақтык үлелейр. Бастакы сыллара Россияға өрақан кемнерете. Нұтча Япон сәрейттегер улахан қоттыру болан. Онна жан сәрге саната Айманан долгуян, онна улақ жақ да ұғылды тұттан ұқтаран манна сақа хәрігер, онна та Россияға барытығар революция құрдық айттан күйдан болар. Оның ол девеккек тұн Павел Андреевич политикаға күтті баққа бәйте, ол жүкізгі құрат сайдыдығар кені Қорат ұлықта ақтыра тұрықта ақтық үлелілерер қамныларығар ұслубияны ұлықта ауыт кейіннен білдер. Үтінттен, жай үтінттен ұла Қорат егер бастықы қағыаттар, үті демократическай либеральная қағыаттар, дегінен официальная қағыаттар бағалар әті, Якутская областные ведомости, Якутская епархиальные ведомости ден. Онтан Якутская окраина, сақалы сақа края, сақа саңата дейін. Онтан бағылай-бағылай үстін кейпірек күлімді бейді чағынай тағарар қағыта Якутские вопросы. Хұрналар Ленские волны, еңінден тоқты ұлыс арас вопросы сұрдатар сұты ұстатиялары тағарар. Этнография да вопростары, история да вопростарын бәчәттір қағыттар тақсан бар біттар. Ачылғы
Культура хайдыты тохта улахан бо түген өскүр. Итинне нучалы даганы спектакльләр, хахалы даганы спектакльләр ким бахлай-бахлай сники перек күлүмнүр тәрибет ите олон коннан спектакльләр он таманчары ден драмата доктурар. Онан олус бо кини сайдар кеми кинүлелир кемигер. Ите Тогда то есть он услышал гадири, улаханник уже камсахан таковыта. Он там тогда то есть он бирилла к сетини он биркнугер ратаги Николай Торой ягнан кинека дюкускай корат башоттах олоктагун атын ингерелле. Башоттын гражданин города Якутскаде. Я и таким тенла аны Якутская корабль экономическая хозяйство не сойдёта улучшить хурер. Тогда то есть он бирилла ка телефон кирер. Бо манна улоктах улаханник эргинер онна терилтелер барта телефоннан аллар. Онна ор Гаврил Васильевич ники параб маньяттах улугар пета телефон турорар. Оно тон били телефон кайда үлелерин битбеккелер онна юраға хуақ боллақтары дей. Үлехет хақа жақтарлара телефон тұйхатағына о, тойымыт мағығын ғаттақ сыбыта ден әтелер үхе тұрупканы ұлбаккалар әрі. Тыңжы 907 жылдан Иван Иванович Краф манна хақа хері губернаторынан бегергенен үлелер. Кенені күтірі Павел Андреевич тоқты олыс үшеге сүйені олықтағынлар. Корат сайдықтығырыме бәттәқай үкке кейі бірге түмсен үлелі әбіттірі ұлақан түміктәқ болан тұрар. Бастықынан Дюкуска коротко, и кетестах таз желев тут ландар. Олинне бидданы, и кетестах таз джехуате. Библиотека диете, музей диете, суд диете, и ти кетестах тар. Вон на тон олох, бо бихиги эме бир кен туттар, билигин картинной галерии диете, бире тестах казначейство диете. Ити. Эти утары бир этестах тасте. Билин рюмененен улаға кирьяқтах. Итекенне коракка чағынай жоннар. Паровой локомобиль ағланнар. Де оны улелетен кипиче, масет бетер. Бурдук мелиер мелинселери я олоктулар. Аннук он на тон бу корот бюджета кенир. Итин ник били промыслен на сайдан налог түхен кенлеттен корот ду матыгар корот браватыгар бюджетигар эдбек качыки битина бара. Аты ергени ми хайдар. Вот. Оже ол качытын боллана сатаан таба туханан корат сайдыгытыгар айыскатыгар жауны туханалла. Аны бу корат тас көрүнгүн тупсарыга. Улуссалары, переулоктары, көннөрү, жамалары, көмү, чалбак ууларын корон канаватын ырастан
утун тюхерен, кумак кутан, тохто корот улариер. Ведь не тротуардар, штакетниктар, эгин омахудлар барадлар. Аны корот карангага жон кэйен камбат эвиполлагана вот лампалара я 1914 жылдан аны электрическая станция тутулан үлага кирер. Бу электрическая станция тутулутун үбүн качетин болганы корок кайтактаганы булар кыга хугата. Ону Иван Иванович Краб, губернатор Рахтагы лишней канцеляриттен я кредитылан тура 310 тыгынча. Охагана токто хидда улакан сума. Оно токо урат 30 жыл устата кредит бүгітіңі бүтін төліяқтаға да. Тоқ бар оборудованиятын, ол локомобилдерін нең бартын Германияттан алып бұттыра. Ровына сери болары тұрдағына, ола ағыя қону кеніне ағылан тұралар. Ол локомобилдері. Онтан хонна тұта хері ағыланыр, онтан атын ол локомобилдер келектер хуады. Ол станция болағына олақ түгінші 900 түрдіңіз сұлдар бүтілерге дерілілер бүді. Онан үйті станция дағаны, телефон дағаны, аны кинотеатрдар балылар. Бұл түгінші 911 сұлтанылы жүгізгі қорыққа постоянной кейіне көрдірілер болар. Оны тұғыриттен келбіт ақылар қайян дағыны ол кейнені көрен баран доғыян астынан тақсар әтілер. Павел Андреевич Юшманов 1917 жылға революция, олың ұтағы революция кәнеттен тұғық бар бұл Городской дума ғыласынайдыра барыта бәйлерін болуын ұшыларын тоқтатан тұрадылар. Біле Ирақтағы хокуынынан, онына Ирақтағы кәмегер талылығыт боландар. Онтан 1919 жыл ақсынне 15-16 күнігер маннағы басовиктар үрі тұралар. Оннегінен бұлас уларен севескай бұлас олықтанар. Иті кәмге бұлағы үлбіт жаннар басовиктар 13 кейіне тұтан қайырлар. Ол 13 кейіне ұталар. Онтан атыттара қолыбыр күлімні үрегін күрдіктар үсі қата ұтылы бақа қалбыттар. Қайырлан барандар. Ол 13 жан егер Павел Андреевич Юшманов бар. Онан ұтылы бұтынан, онына әтілі бұтынан, бұл жаңа әргеға әтілі бұтынан түгінші тоғысы сүйлбе ұллаққа дейін. Ондан Белинская атынан бірбетекіға Павел Андреевич Юшманов тұғынан ұлыс әлбәқ кенеге бар, онына кене тұғынан бесеққа хәпәбет. Сихилі бігеға бұл Белинская атынан бірбетекі үліхетті Светаны Егоровна Тарская көпсеға үйті күнінен. Жара, қағылық қара, жабытоқ кенегелер бігеға манна бағылыры. Жакускай көрет кенемін бірбетекарын сетімері тәрәбіт көріпіт историятын, онына культуратын үйретер сүрін бір қайысқавыт болар. Жакускай корот Висторион Григорьевич Белинский атынан кейін библиотека краю өретер салата, ікі тіхінча ағысылаққа Ирина Васильевна Уваровская оңорбут почетные граждане города Якутска ден библиографической иінігі тағар бұта. Манна архивтан алылығы документнар келбіттері құлабыр бұл Ишманов Павел Андреевич тұғынан аған көріққа. Маннықтен құрылығы архивтан алылығы документ.
Государь-император по всеподданнейшему докладу министра внутренних дел в 20 день ноября 1911 года всемилостивейший соизволил на присвоение согласно ходатайства Якутской городской думы звания почетных граждан города Якутска якутскому городскому голове второй гильдии купцу Павлу Андреевичу Юшманову за энергичную деятельность, поднявшую все отрасли городского хозяйства и содействовавшую благоустройству города. О таком высочайшем повелении имею честь уведомить городскую управу губернатор Крафт. Тогин корот думата бо Александр Андреевич Юшмановка корот эктаблах кегите ден аты берге урахлымтын тогнан бо Александр Калашников оңорбут реформатор земли Якутской губернатор Иван Иванович Крафт ден фатальмовгар көрөккө корот олохтоктарын үрэхтэн гэркэллы бетэвит кини Олкурдук татарской начальной оскола төт класстах училище аралыбыттар, онна корыкка общественный бан аралыбыттар. Субы этилергер маннык ден сорулыбыт. За последние, по крайней мере, 25 лет в Якутске не было столь энергичного и не номинально, а фактически рачительного хозяина городского управления, как нынешний городской голова Павел Андреевич Юшманов. Бу эссе манна бу ким урага ким нахылымыттара бар, гласный денеллер бит, он бир корот тутах жаннара. Кинер быстрыгар холовар бу Гаврил Васильевич Никифоров ден маннитах уала, он нададыттар баллар бит. Сети курдук кахастаққа әлбәғын трейхіне кенегелер баллар. Краю эртер сала, библиотека краю эртер сала тагар уапсая, корот историятын сырдатар дөт. Төсүз чек документтер баллар. Кинегени аган эре болбакка Юшманов Павел Андреевич тогнан информацияны мой Якутск ден информационно-тематический порталынан тоганы кытынсөп. Бу порталы Якутской корот кинемит библиотекарын сетиме өлөлеттер корот тогнан тог бар материаллары түмәре оңголлуда. Холовры историческая сценастах материаллар, улысалар, памятниктар, историялара, билдер жан тогнан сурахтар, нехилене лохтарын жахтарын тогнан. Күнді көрәтшілер Антон Бұ, әйін негетігер Павел Андреевич Юшманов олар бұд жеті. Бұ ұрыт бұлағана большая олы бітер білінгенен Ленин ұлысатын территориятығар тұр бұд білген керге жеті бар. Херінен Антон бейіне сылларға олыстағы больница территориятығар көс біте бет. Көрігіт күрдік бұ түніктері, үйелестері барата білінгенгі олыс үші тұрыптақтар. Мастыры көрін бұ қадақ күрдік ұлаханларын, барағаддарын, қадақ күрдік үші тұрыптақтарын. Олыс үрдік сеннебекке көбіз көнетік тұрар. Бұ же бәдің кәмегер балыға да бол бұд, рентген да кәмеет бол бұд, білеген барытын сихелі білек бұд. Дело в том, что вообще вот его усадьба, да, большая усадьба у него была, она располагалась на улице Большая. Теперь это называется проспект Ленина. Собственный адрес его – это вот проспект Ленина 9, да, вот сейчас. То есть, когда вот у нас вот напротив гостиницы Лена, вот, да, есть арка. Вот когда вот мы раньше заходили, ходили в музей краеведческий именно через эту арку, вот там вот еще эта усадьба еще, как бы, еще была, то есть было два дома. Но эти дома были снесены. Ну, в общем-то, вот этот, про этот дом, про который мы говорим, он когда состоялся вот, ну, вот на улице Большая, проспект Ленина. Дело в том, то, что раньше, конечно, вот это есть прекрасная фотография, уже 50-х годов, здание было очень большое, очень шикарное, и поэтому советская власть использовала именно для нужд города Якутска. И самое главное, что там вот именно вот со времен уже вот 40-х, 50-х годах там располагался профсоюзный клуб, там были детские ясли, то есть постоянно менялось, да, ну, как бы, наполнение этого здания. И самое последнее, это, наверное, это уже был медицинский диспансер там уже был. И медицинский диспансер там был, то есть он относился уже, ну, как сказать, как объект уже здравоохранения. Поэтому, когда вот у нас площадь Ленина, да, началась застраиваться уже, да, в 60-е годы,
Все дома у нас, вот то, что было по площади, да, по проспекту Ленина, они раньше не уничтожались. Их разбирали, их нумеровали, их маркировали и переносили на новые участки. Вот если кто-то помнит, у нас была улица Пушкина, вот здесь вот тоже недалеко, это, собственно, все дома, которые там располагались, это были вывезенные дома из центра города Якутска. Потому что всегда стоял острый вопрос по, ну, в общем-то, по квартирам. Всегда был, и поэтому, ну, было решение такие дома эти не считать, а переносить, чтобы в нем селились уже не предприятия, а уже просто люди. Да, да. И, а так как это здание, это мы потом уже выяснили, когда вот мы нашли это здание. Собственно, почему именно он сейчас находится на улице Феликса Кона, на территории областной больницы? Потому что, еще раз повторяюсь, это здание принадлежало здравоохранению. И поэтому это здание было решено о переносе его уже на территорию областной больницы. Как уже, ну, последние данные говорят, исторические, там, конечно, он тоже использовался в качестве, там рентгенное оборудование стало, там рентген стоял, собственно. Как бы всегда он использовался. И вот последние уже, получается, конец 80-х, 90-е годы, это было просто общежитие медицинских работников. В 62-м году вот началось строительство этого здания. Сейчас его... Да, да, именно вот на этом месте как раз вот и... В 62-м году вот эта знаменитая вот арка, вот она до последнего у нас, наверное, в Якутске было единственное здание с аркой. Люди очень всегда и до сих пор, по-моему, любят там селфиться, и в те времена очень любили это место, всегда фотографировались. Вот на этом месте как раз вот находилось это здание. Вот теперь оно вот уже на территории вот областной больницы, снимок, конечно, более, так сказать, да? Новый. Да, новый, ну это не новый, это где-то 18-19 года он примерно в таком виде еще стоял, то есть, да. То есть вот это здание более таком, то есть я пытался себя сфотографировать так, чтобы какое-то величие этого здания было видно. Ну, доказательство того, то, что, как бы, одно из доказательств, конечно, это то, что здание было полностью разбито маркерами, это вот система переносов домой, да, да, да. И когда вот мы сравнивали вот эти именно вот, ну, вот это здание с старыми фотографиями, оно, конечно, полностью, ну, идентично. И потом, когда мы уже начали работать более там, да, уже с документами уже, ну, и ясно и понятно, что это как раз здание Павла Андреевича Вышманова, то есть его главный дом. В общем, мы его нашли где-то примерно в начале 2000-х годов. Почему это случилось так? Дело в том, что вот раньше на этом, вот там раньше был роддом. Да, вот, я там, дети вот как раз вот родились. И при этом там между этим роддомом и между этим домом стоял знаменитый клуб «Медик». Там кино показывали, ну, то есть такое, да. И он всегда загораживал вот это вот здание. Почему его, я думаю, раньше не могли его обнаружить, ну, как бы, смотреть на него, да. Дело в том, что... А потом, когда вот в один момент я пришел к своей жене, смотрел, здание «Медика» уже снесли. Смотрю, какое-то здание, в общем, примечательное. То есть все формы говорит о том, что это здание как раз вот историческое. То это явно начало 20 века. То есть все об этом говорило его наличники, его крыша, да, вальмовая, четырехскатная. В общем, ладно, мне было не до этого, но я как бы приметил его. Такой товарищ, да, Ярослав Парабугин, сейчас он работает, ну, в смысле, опять же, он большой любитель старинной автотехники, он ее реставрирует и работает по этой же линии. И вот в один момент, именно в начале 2000-х, мы как-то вот решили сделать такую вот, ну, собственно, большую прогулку по городу Якутску, чтобы посмотреть вот именно старые дома. Ну, собственно, я вам объяснил, что там на областной больнице есть какое-то очень интересное здание. Давай посмотрим. Ну, мы пошли, посмотрели, и там уже когда внимательно начали рассматривать его, вот нашли эти маркеры, сразу нам было понятно, что где-то эту фотографию, в смысле, это здание мы видели на каких-то, в смысле, старых фотографиях города Якутска. Ну и вот к этому пришли, что все-таки это дом Павла Андреевича Вышманова. Как раз в этот момент мы уже работали, и вот как раз Ярослав Парабугин и Пантелеймон Пантелеймонович Петров, да, они вот начали вот именно делать публикации уже в изданиях, в научных средствах массовой информации про этого человека. И потом самое главное, что тогда был такой знаменитый журналист Дмитрий Бубакин, он уже тогда в тот момент тоже писал. То есть уже стала появляться информация об этом человеке.
И, собственно, вот так вот, и мы когда сравнили в трассе, и поняли, что это дом Павла Андреевича Юшманова. Ну и будущее, конечно, когда вот мы его, это здание нашли, обнаружили, в общем-то, доказали, что это дом знаменитого такого человека. И тогда вот схема генплана охранной зоны номер 2, это вот залаженная часть. И тогда, когда уже первый один человек, когда Карамзин Олег Георгиевич, знаменитый архитектор, да, к сожалению, ушел из жизни, и он тогда уже ставил вопрос уже о переносе этого здания на территорию второго охранной зоны, это вот залаженная часть. И вот у нас вот есть вот его проект, где вот он примерно предполагал его установить, то есть на улице Крупской. Теперь это здание, конечно, находится достаточно в плачевном состоянии, но в любом случае я прекрасно знаю, что ведутся переговоры именно с инвесторами уже о переносе его уже во вторую охранную зону залов, где сейчас ведется на самом деле активная работа по сохранению этого нашего исторической именно территории. Мы сделали обмеры, то есть обмеры этого здания у нас есть. То есть уже первоначальная вот эта система, да, регистрационная, то есть сделаны обмеры. Дом, конечно, большой очень, замечательный, четырехскатная вальмовая крыша, прекрасные наличники, которые характеризуют именно то, что дом был построен именно в конце 19 века. Конечно, вот мы не можем сейчас вот точно сказать, потому что если дом постоянно переносился, как он был, собственно, план, да, этого дома, потому что он постоянно перестраивался, что-то доделывался. И вот как раз вот именно при разборе этого здания там будет четко, ясно, понятно, где, собственно, родное и где это были уже настройки, дополнительные перекрытия, уже сделанные в более позднее время. А в любом случае у нас такого, да, на данный момент в городе Якутске, такого размера, да, у нас нету теперь, не сохранено. У нас единственный дом, вот дом Лепчикова, который стоит на улице Ярославского, Крупской, но этот дом у нас в два раза больше этого здания. Павел Андреевич Юшманов туғынан бүйіңі бейліге сихилі білді бид, интригіні болбуды болуден әрені бид. Манан бейлі бид түміктенер, күн ай 11-ан арчастан бұжық ұсқа бейліні көрігітін ұмнуман көрсіқ қадер.